Всем привет! Приветствую вас на своем канале. Сегодня будет видео о спутнике Horizons 2 85 градус. Я вам здесь покажу, какие есть интересные частоты и каналы на этом спутнике. Табличку я брал на сайте logosite.org.ua. Ссылочка на сайт будет внизу. Также в инфобоксе можете почитать много интересной информации. Там есть список тюнеров, которые вы можете купить для просмотра. Будут ссылочки на них. Ну, еще много-много всего интересного, так что почитайте. Ну и не забывайте, как всегда, подписаться на канал, кто забыл подписаться, потому что много смотрит неподписанных, но лучше же подписаться, чтобы ничего не пропустить. Ну и поехали смотреть. Ну а начнем мы из частоты 11720H, скорость потока 28800. На этой частоте доступны такие каналы, как Союз, рекламный канал Ювелирочка, 8 канал, канал UTV, музыкальный канал от компании TNT, TNT Music, канал STS Love, ну и рекламный канал Витрина TV. Каналы на этой частоте идут в формате MP2, так что можно смотреть и на старых тюнерках. Следующая частота 11760H, скорость потока 28800. На этой частоте каналы идут в формате DVB-S2, то есть MP4. Так идут каналы такие как Катун-24, Восток-ТВ и О2-ТВ. Следующая частота 11920H, скорость потока 28800. Здесь тоже идут областные каналы, такие как ГАРТЭ, ГТРК, Омск-12 и канал Ваш Успех. Каналы идут в формате MP4. Следующая частота 12040H, скорость потока 28800. Здесь идет рекламный канал Шок энд Шоу. Также идет канал Новостной Мир 24 и Леомакс Плюс. Каналы идут в формате MP2. На частоте 12080H, скорость потока 28800, каналы идут в формате MP4. Идут каналы такие как Муз ТВ, канал Жара и Продвижение Москва. И канал Мудляндия. Он иногда кодируется, но сейчас он идет открыто. Следующая частота это 12120H, скорость потока 28800. Здесь идет канал Мир Белогорья ТВ. Следующая частота 12560H, скорость потока 30000. На этой частоте идет канал Восток. Следующая частота 12640H, скорость потока 30000. Здесь идет телекартва Инфоканал. И на частоте 12640H, скорость потока 30000, идет канал Ваш Магазин, это рекламный, Россия-24 и канал Леомакс. Вот такие частоты и каналы на этом спутнике. Всем спасибо за просмотр и пока-пока, до новых встреч.